ёб твою мать. Ох. Ой, господи, ну что ты тебя таскил? Ой, блядь. А чего уже бежать-то? Ты что нахуй, блядь? Блядь. Ебанутый, блядь. Смотри, что нахуй. Ты, блядь, смотри, что. А чё, пофиг, что ли, на всё это? Москвы in two days, я буду в Москве через два дня. Да, вы мне позвоните через два дня, потому что я вот сейчас тоже в другой стране нахожусь. И думаю, что мы с вами можем поговорить. Хотя, честно скажу сразу, что вот веб-сайты, вот да я в принципе пока не интересуюсь. Но, если это касается каких-то реальных, скажем так, интересных предложений и материальной выгоды, то мы можем об этом поговорить. У вас есть его? Передачу подъезжаем ближе. Ёб твою мать! Блять, ёб вашу мать! Все снова, наверное, блять. Ёб вашу мать! Охуеть! Ебать его надо, блядь! Ебать его надо! Давай, чё? Там он летит, олень! Пиздец ты, блядь, ездок нахуй ебаный! Хорошо, он отскочил! Вообще! А я смотрю, он видео, летит, видео, блядь! Видео, видео, сохраняй.
Коля, блядь, мост! Блядь, стреляют по мне! Мост! Коля! Не его, меня будут штрафовать. О, молодца! Вон они, стукнули. Китайцы. Ё-май. Ё-май, чё мимо? Нет! Догоняй! Смехли две машины! Закинь шмет, у меня рабочий там оставался. Давай, садись. Ну, садись, давай. Серьезно, да? Да. Давай. Сука, жалко, мало взял, бля! Они, блядь, просыпались так же. Сука! Посейдон! Просто так быть не может. Сколько же можно тебе гулять?
Трубку. Я надеюсь, там хоть кто-то есть на работе. Ну туда. Вообще. Я в шоке. Придурок. А ты же не видела, что... Но он неадекватный, ты понимаешь? Ты больной, на голову. Еще и не киевский. Каждый четверг в свежем номере еженедельника «Аргументы недели». Кто кого... Так как вечная вера своим богам, ту дорогу, которую выбрал сам, нужно взять с собой, как тебе без самого. Ёбаный в рот, блядь, олень ебаный! Я остался там, где поймал свою волну, среди дымных заходов направо. Пидарас, блядь! Ha ha ha!